Вот и закончился этот год. Он был сложный, насыщенный, но интересный. Предлагаю все, что будет на этом корпоративе, оставить на нем, в том числе и запрещенные видеоматериалы и фотографии. Полупустой вагон метро, длинный тоннель. Вот они наши стесняшечки. Стесняшечки, везем их первый раз в люди. Давайте сыграем игру, это первый мой кадр. И пусть меня никто не ждет у дверей, вези меня, ночной экспресс, вези меня скорей. Город плывет. Корпоратив. Корпоратив сотрудников Sokol Motors. В нашем коллективе есть люди, которые работают уже не первый год, и мы встречаемся на корпоративе уже, наверное, пятый, шестой, седьмой раз. Есть люди, которые в нашей компании относительно недавно, и мы встречаемся на корпоратив первый раз, с кем-то второй раз. Но при всем при этом я хочу пожелать всем нашим товарищам по работе успехов, удачи. Работа у нас непростая, но мы столько мужественно, и это только, не только мужчин касается, но и наших прекрасных дам. Работаем, выполняем нашу работу. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы у вас все было хорошо, и вы достигли своих целей в нашей компании и за пределами нашей компании.
потому что жизнь – это не только Sokol Motors, но Sokol Motors – это большая часть нашей жизни. Всех наступающих!